Ну что же, пришло время и тебе узнать, что такое пьяные шашки. Это игра для тех, кто умеет отдыхать с умом. Бармен в этой игре человек необходимый, иначе это будут просто шашки. Поддержка болельщиков уже половина победы. А ты что, один пришел? В этой игре нет права на ошибку. Удача опьяняет, но не стоит расслабляться раньше времени. Главное правило пьяных шашек – уметь рассчитать свои силы, ведь это игра для настоящих мужчин. Только этой осенью в клубе «Хайвей».